Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валде, и мы продолжаем прохождение Fallout 4, конечно же. Почему начинаю на паузе? Потому что в самом-самом конце прошлой серии, когда уже я говорил пока-пока, на меня кто-то напал, видимо, трейдер меня заметил. Поэтому сохраняемся и пойдем посмотрим, где этот ублюдок ходит. А вот и он. Точнее, она. Ты чё? А, понятно, это же босс. Я тебя понял, ладно. Ну, точнее, не босс, а просто... Мясной рейдер. Так, чем тебя будем брать? Да, пожалуй, гибельным пистолетом просто-напросто. Только сначала немножко надо свалить, наверное, в сторону все-таки. И, может быть, даже что-нибудь скушать. Например, беличьи сухарики очередные. Давай, родная, давай, бедлам. Что за бедлам, я не знаю, но лови. Надеюсь, понравилось. Кажется, понравилось. Королове еще. По-моему, херово кинул. Да, очень херово так. Жизни снова мало. Жареное мясо болотника. Очко здоровья, максимальные очки действия. Давай. Так, поехали дальше. Да, господи, ты можешь мой. Мой бедлам был написан, теперь белам. Снова бедлам. Забавные баги. Лови, родная. Ну хотя бы что-то-то, ну попади. А он не попадает все-таки. Только очень мало. Так, ладно, возьмем, короче, вот такую пушку. И просто вынесем ее. Да, короче. Короче, пошли. Вот живущая сволочь-то, а? Посмотри на нее какая. Еще мясо болотника, пожалуйста. Ах, конечно же, с пустой обоймой. Еще гранатку, без проблем. Ну, наконец-то. Да что ты там, где ты там застреваешь-то? Боже мой, как вообще-то разобрался? Так, ладно, спокойно. Все в порядке. Что у тебя было, бедлам? Патрон калибра 38, патрон калибра 45, бойцовская броня со шлемом. Неплохо. Очень неплохо, но нет. И бесшумный пистолет гладкоствольный. Офигенно. Пожалуй, заберем. Пистолетик твой, пожалуй, мне пригодится. Ну что ж, вот такое у нас живенькое начало серии получается, дамы и господа. Мы даже еще не успели спуститься, уже чуть было не отхватили люлей по полной программе. Но чуть-чуть не считается. Этого парня мы убили в прошлой серии, вот его голова лежит отдельно от туловища. Так, ладно, давайте обыщем его. Патроны. Ух ты, какой пистолет. Ну, возьмем только потому, что он стоит дорого. Крышки. Очки консервы. Забавно, но нет. Смоляника. Можно, в принципе, смоляника, точнее, наверное, да? Это ягода какая-то. Возьмем. Так, ладушки. Погнали дальше. Шахта номер 4. Да, ограждения кто-то, правда, не очень устойчивые. Куда-то все ниже и ниже, в самый ад спускаемся, по-моему. Мертвый рабочий? Или это рейдер? Это рейдер. Так, с дробовиком, кстати, рейдер. Ну, дробовик оставим ему. А патроны дробовика очень пригодятся. Да, в принципе, все. Так, терминал запертый. Вроде как нигде никаких ловушек я здесь не вижу около терминала. Поэтому попробуем его активировать. Точнее, взломать. Так, добро пожаловать в сеть Робко Industries. Итак, попробуем пароль Viper. Сходство 2. То есть, в принципе... Что-то похожее, то есть, может быть, это... Нет, не это слово точно. Может быть, Tires тогда, да? Получается, сходство на И и на Е. Tires, сходство 3.
То есть и Е точно присутствует. И теперь еще Е. Подожди, нет. И Е и так было, и еще какая-то буква. Может быть С, может быть Рассайц. Yes. Да, это Сайц. Итак, терминал номер 4, уборка. Вот ведь цикло, все до единого. Согасу для работы требуется железо, и шлак отправил меня узнать, почему местные мрази не могут набрать достаточно металлолома. И что же я вижу? Эти желтые сволочи жрут еду, которую не заслужили, шепчут о страшных тварях в шахте. Теперь я здесь, и этим мразям угрожает нечто пострашнее парочки диких гулей. Опять задержка. Последние две партии удалось отправить вовремя, но люди, которых мы отправили избавиться от гулей, внизу так и не вернулись. У нас заканчивается металлолом, придется спускаться глубже в шахту. Вот так всегда, всем приходится делать самостоятельно. И свет меня защитит. Свет меня защитит, свет меня защитит, свет меня защитит. Ну понятно. Свет меня защитит. То есть твари боятся темноты. Любопытно. Что же за твари такие, любопытно. Потрясающие крутые истории. Вы нашли выпуск журнала «Невероятно потрясающие истории». Урон от роботов на 5% ниже. Прекрасно. Просто прекрасно, по-моему. Так, калибр 50, наливные яблочки, кексы веселые ребята, пару пачек сигарет, 20 крышек, какая-то нормальная такая броня, фонарик тоже возьмем. Пригодится грязная водичка, наливные яблочки, еще грязная водичка. Настольная игра «Радиус взрыва». Ну хрен его знает. Макароны с сыром бланко. Лопата. Так. То есть там какие-то страшные твари. Блин, это на самом деле печально. Вдруг там реально не гули, а какие-нибудь когти смерти. Тогда мне хана без силовой брони. Я просто там просто с ними не справлюсь. Но впрочем, раз говорят, свет меня защитит, значит у меня есть одна небольшая идейка. Давайте берем тогда шахтерскую каску, наверное. И пока временно оденем ее на голову. Ну-ка проверим. Да, работает. Фонарик на башке. Теперь настоящий шахтер. Ну ладно. Я не трус, но я боюсь. Давайте, пожалуй, сохранение быстро сделаем на всякий пожарный. А то мало ли что нас там ожидает. Ёперный театр. Дикий гуль-бродяга. Не, все-таки значит гуля. Дикий гуль-пожиратель. Не, ну гули-то в принципе не так страшны. То есть с гулями-то мы же как-нибудь справимся. Ничего страшного. Я тоже было подумал. Кто-то реально опасный. На гули-то хрен с ним. Впрочем, наверное, пока рано делать какие-то выводы, пока мы не встретились хотя бы с одним врагом настоящим. Крышка, патроны для дробовика. А здесь реально темно. Геймпад так вибрирует, как будто сейчас будет какой-то обвал. Дрожит земля. Патроны для дробовика очень своевременно. Ёперный театр, тут оказывается огонь был. Что б тебя подкинуло? Нахер пошел? Ох, с них радиации, конечно. Так, ладно, ничего страшного. Пару стимпаков дело поправит явно. Жесткие ублюдки. Топливо для огнемета, прихватка. Просто прекрасный набор. Топливо для огнемета и прихватка. Великолепно. Блин, если оказывается там дыму еще и стрелять нельзя, потому что он возгорается. Какие-то воспоминающиеся газы здесь есть. Я так и знал, что рано или поздно один из них станет. Так оно и получилось в итоге. Просто мы подобное уже видели раньше. Жетоны. Так. Да, ну у нас имеет атмосферника тут довольно так прикольно, атмосферно. Да будет свет. Твою мать, этот жесткий.
Вот черт, патроны. Твою ж дивизию. Ой, сзади еще парочка проснулась. Да дай пройти. Хана, мне хана. Меня тупо зажали. Черт, и двери не умеют меня открывать. Вот это пещерь, конечно. Ладно. Сначала разделимся с диким гулем. С жестким пожирателем. Получили полные криты. Ну, Петра, поехали. Обычного напихаем. Главное не паниковать просто-напросто. Паника, она ни к чему хорошему не приводит. Я вон залез в укрытие, они могут меня тут найти. Но я их найти могу легко. Но откуда они взялись сзади, вот это, конечно, для меня остается небольшая загадка. Там еще один был слева. Стоит, втыкает в камни. Иди сюда, Курт Кобейн, тебя тут я, естественно, не брошу. Ты мой верный боевой товарищ. К тому же тебе столько моего добра внутри, что... нет уж, тебя я не оставлю. Давайте заценим, что у него было. У этого крутого чувака. Пробивающий огненно-автоматический лазер. Игнорирует 30% сопротивляемости цели уровню энергии. Ни хрена. Вот это нормальная маза. Вот это я понимаю. Пробивающий огненно-автоматический лазерный карабин. Офигенно. Еще и автоматически, самое что забавное. Чем мы-то расходим с какими-то пистолетиками убогами? Давайте поставим его. Пробивающий... Так, вот он. Огненный автоматический лазерный карабин. Жалко, только прицела у него нету. У меня, кстати, перегруженный. Намного. Ну так, да, прилично. Сейчас что-нибудь собацкому-то расплавим. Мое оружие. Это возьми. Слишком тяжелый груз. Сколько это весит мероприятие? Я тебе хотел скинуть... Подожди, где он? Вот это, да. 6,6. И ты говоришь, что не возьмешь. Хорошо. Это весит... сколько? 6,8. Еще тяжелее. Блин, чтобы тебя такого скинуть-то, а? Даже не знаю. Мой хлам тогда давай скинем. Все, уже не хочет. Придется выкинуть лишнее. Подожди, я только что взял все, или мне показалось? Я только что взял все. Идиот. Вот идиот. Вместо того, чтобы выкинуть, взял все. Ладно, ничего страшного. По-быстрому еще раз. Давайте тащить мои предметы. Так будет проще. Шашки забирай. Так. Пистолет забирай. Метрические сканеры забирай. Боевой карабин забирай. Броня для собаки. Там, по-моему, была какая-то улучшенная, или нет, или все правильно, или это броня. В любом случае, одень ее пока. Броня для собаки. Так. Бутылка с антифризом. Вакуумные лампы 3 штуки. Дальше. Пара военных электросхем. Модификация выбранной кожи. Так, это забирай, это тоже забирай, это забирай. И это... Так, глюконавт. Головной убор. Глазаписи оставим. Горилка забирай. Это оставим. Так, двуствольник, короткий ствол забирай. Дневник оставим. Дальше, жетоны метро забирай. Жестяная банка, 54 штуки забирай. Жетоны забирай. Заборы. Да, оставь пока. Зажигалки 3 штуки бери. Так, дальше, дудни оставь. В записи все оставь. Так, вот этот карабин. Заряжающийся лазерный снайперский. Откуда такой у меня? Что за карабин? Хрен его знает. Ладно, пока возьми. Заточенный ломик возьми. Защитный комплект оставь. Заделанная бандана стрелка. Вот это сейчас ты оденешь. А, где она? В одежде. Это ж ты не можешь одеть, правильно? Да, не можешь. А жаль.
Так, хорошо, защитный комплект оставь, золотые часы бери, игрушечная машинка бери, инопланетян бери, за ренту бери. Так, дальше. Катушки всего в реле. Блин, надо было так лохануться и скинуть случайно и все. Это, конечно, было грустно. Так, кисть. Комбинированный ключ. Так, пара пистолетов. Консервированное мясо возьми. Дробовик. Мушкет. Кружка. Кофейник. Так, крышка мина. Кукуруза. Лабораторный халат. Ланчбокс Волтек. Возьми тоже пока. Для головы оставь. Это моя. Дневники оставь. Макароны с сыром забирай. Морковку тоже можешь забрать. Так, нутофрукты оставь. Мясо болотника оставь. Надульник с шипами ты сейчас оденешь. Хорошо. Осталось только тебе очки дать какие-то, по-моему, если не ошибаюсь. Так. Налобный фонарь Т-95. Понятно. Настольный вентилятор. Забирай. Осколочную мину забирай. Так, очки сварщика одевай. Прекрасно. Дальше, дальше. ППП, пачка сигарет забирай все. Пила. Поднос туда же. Так, предохранители парочка. Да, до хрена, конечно, всего. Вообще нереальное количество. Прихватка. Дробовик какой-то там крутой, пружина. Два пушечных ядра зачем-то с собой таскаю. Заводной ключ. 12 ракет, ракетница. Так. Самодельный аккумулятор. Все, слишком тяжелый груз. Сколько он весит? 6. Ну что-нибудь тогда поменьше, чем 6. Угу. Вес 0. Да, можно и оставить. Вес 1, скипидар. Смоляника оставь. Так, сталь. Так, ну почти все. Вот это ты не подтянешь. Пару модификаций можно скинуть еще. Так, что бы еще такого? Удочка вес 3. Не потянешь. Карта наведения. Все, уже ничего не возьмет. Ладно, спасибо и на этом. Так, и теперь все-таки что-то нужно выкинуть. Мой хлам. Так, вес 1. Выкинуть. Фонарь вес 3 оставим. Черный ящик. Блин, чудо-клей. Да все нужно так-то на самом деле. Все реально нужно. Ладно, тогда еще другой вариант. Это просто что-нибудь закинуть с какой-нибудь химией. Ментаты что дают? Интеллект, восприятие не подходит. Нужно, чтобы давало силу. Подожди, а было там вроде какой-то счет из какого-то стейка или что-то такое подобное? Ладно, не важно, сейчас просто найдем, что дает силу. Выносливость, очки здоровья. Так, ультравинт. Филе жилокрыла. Интеллект, ядеркула, радиация, очки действия. Ярость, восприятие. Блин, так, ну смотрим сразу с самого верха. Да уж. Диктол. Так, снятие всех зависимостей. Понятно, антирадин. Понятно, арбуз. Баффин, 15 секунд, мало. Бафтаты, вот то, что нужно. Сила плюс 3. Отлично. Закинулись. Ну, теперь можно продолжать. Так, щетка для волос. Ну, хотя, в принципе, нафига я этот весь хлам собираю с них, непонятно. Щетки для волос и прочее, прочее. Это же, в принципе, реально нафиг не нужно. Ну, ладно уж. Дают, берем. Ой, хорошая пушка. Я бы даже сказал, прекрасная пушка. Но, как мы видим, света на самом деле они ни хрена не боятся. Ну, однако, пойду с фонариком, ну, потому что просто он с ним лучше. Он реально освещает, помогает пройти. Блин, это только самое начало пути, мы еще даже дальше не прошли, получается. То есть это самый первый только поворот был в этой шахте. Вся основная жизнь будет внутри. Где-то там. Не понял.
Дверь активировать нажал, и что произошло, где я оказался? Лол. Хрена глючит. Забавно. Легендарный дикий гуль-пожиратель. Ну, прекрасно вообще. Сдохнешь ты сегодня или нет? Сдох, наконец. Жесткий чувак, так. Что-то там снова с Ватсом. Давайте посмотрим. 10-миллиметровые патроны. Ватс совместимый 10-миллиметровый пистолет. Повышение вероятности попадания в Ватс, уменьшение расхода очков в 10-25%. Неплохо. Возьмем, продадим. Использовать, наверное, не будем. Хотя посмотрим по урону, если он будет лучше, чем мой. То может быть даже мы его поиспользовать. Сможем. Зажигаем свет. Промышленная масленка, мне надо дохрена масла, такие штуки надо брать. Золотые часы, ох, там еще гулей. Целая куча. Ой, хорошо вошло, кучно. Очень кучно. Великолепная работа. Ну, серебряный нож тоже возьму, пожалуй. Мяч оставим, так. Рейдер, не смотри-ка ты, нифига себе, даже рейдер попадается. Патрон калибра 308, стимулятор. Неплохо. Жив еще один остался, ублюдок. Ну да, это ненадолго. Бафта-то, кстати, у него было неплохо. Крышка и патрошки. Патроны, золотые часы. Крышка, патроны. Блин, да чего же жестко вибрирует геймпад в таких моментах? То есть реально, как бы здесь все это мероприятие не рухнуло нахрен. Опасно. Очень опасно. А еще что-то такое за глюк был, когда я зашел и типа на секунду оказался в настоящем, потом снова в прошлое. Ну, после в прошлом, потом снова в настоящее вернулся. Это было что-то интересное. Собаку мою не трожь, сука. Вот так. Готов, родной. Алюминиевая банка возьмем. Крышка. Здесь все можно взять. Ратикс. Так, собаски, сам оклемаешься. Подожди. Я на тебя стимпаков не напасусь иначе. Ядеркула. Здесь не ходим, пикин счет был как раз. Отъехал. Нет, еще не отъехал, еще жив. Теперь точно отъехал. Блин, патроны тратятся, конечно, моментально, а то пушка вышибает из них все дерьмо прям налево и направо. Только в путь. Так что, в общем-то, я не жалуюсь. Наливные яблоки, кексы, веселые ребята, зажигалочка. Ох, собацкий, это твоя тень, я уже думал, гуль подкрался ко мне сзади. Да, однако. Место так себе не очень приятно. Тут можно было, кстати, все это поджечь мероприятие, вот тогда было бы весело. Что-то как-то я об этом не догадался. Так, ладно. Ух ты, новый пупс. Это же просто охренительно. Не зря я сюда сходил, значит. Что дает этот пупс? Пупс-скрытность. Самый безопасный маршрут между двумя точками, то, что пролегает в тени. Вас на 10% труднее обнаружить. Вот это просто великолепно вообще. Вот это я понимаю. Так-то лучше. И вправду так-то лучше. Опять геймпад вибрирует адово. Так, ну вот терминал станции 4. Наконец-то мы на нее добрались. Данвические бурильщики, качественная работа для качественной жизни. Безопасность превыше всего, предстоящие мероприятия, возвести, просвести запись. А, подожди, надо все-таки на экране считать. Думал, что титры будут внизу экрана.
Нет, так я ничего не прочитаю, короче. Данвич Тим Шуц. Предмет взять. Давайте почитаем тогда так. Разное. Данвич Тим Шуц. Вот оно. Говорит Тим Шуц, вчера прибыло новое оборудование, никто ничего не заподозрил. Команда четвертой станции по-прежнему думает, что мы строим еще одну станцию. Найт и вами люди, играя свои роли, вполне убедительно. Однако меня беспокоят менеджеры других станций, особенно Боб с первой станции. Мы все знаем, что он очень серьезно относится к работе, и от его отчетов у меня мороз по коже, если честно. Думаю, рано или поздно он нас раскроет. Жду указаний. Однако ж, любопытно. Все не думают, что мы строим еще одну станцию. А чем же тут занимались на самом деле тогда в таком случае? И почему тут собрали всех срочно сюда, просили подойти? То есть, видимо, их просто всех собрали и убили, наверное, скорее всего, так я полагаю. Как может быть еще иначе? Ну что же они тут делали? Что они тут расстроили, если не еще одну станцию? Ну вот в чем вопрос. Любопытно, любопытно. Пойдем узнаем. Ну ладно, молотки и гаечные ключи можете себе оставить. Давайте, пожалуй, быстрое сохранение сделаем, потому что что-то как-то хрен его знает. Ёперный театр. Это что еще за херня? А вот и Брэдли. Здравствуй, Брэдли. Да там не только Брэдли. Пойди, собацкий, я знаю, что ты выживешь. А вот им явно не поздоровится. Новый уровень. Прекрасно. Просто прекрасно. Так. Фотокамера прощелк. Возьмем. Да и серебряный вилк тоже можно взять, в принципе. Джон. Крышка, шпилька. Тим. Данвич менеджмент стимулятор. Да здесь реально, короче, собрали всех в одну кучу, по ходу дела. В том числе и Тима этого. Данвич менеджмент. Давайте послушаем. Тим, у тебя все прекрасно получается. Мы рассмотрели твое предложение и попросили остальных менеджеров встретиться с тобой на четвертой станции. Если они прибудут раньше нас, задержи их. Они ничего не знают. Мы уже близки к цели. Прояви терпение, и мы тебя наградим. Ну да, наградили, охрененно, конечно. Так, довоенные деньги, Боб. Что у нас там? Ничего? Тупик? Серьезно? Да какой move here? Сам вылези лучше. Move here. У тебя же радиация коцает. О, жесть. Бафтата больше не действует. Ничего страшного. Так, помощь. Бафтата еще одни. Зависимость потом мы снимем. Ничего страшного. Так, и теперь Рад X мне нужен. Так, Рад X. Сопротивление радиации. Нет, тогда нужен не рад, экстра, нужен антирадин. Радиация минус 300, хорошо. И все-таки я не верю, что там ничего нет. Давайте быстрое сохранение еще раз нырнем. Я прям просто не верю, что мы сюда шли ради тупика. Вот, тут проход же есть какой-то, точно. Ядерный мини-заряд. Зуб Кремва. Цель истекает кровью и страдает от отравления. Исключительный урон. Охренительно. Вот это я понимаю. Ритуальный клинок. Офигеть. Превосходно. Зуб Кремва. Теперь можно выходить, собственно. Посмотрим еще. Ничего мы тут больше не пустили. Но кажется, впрочем, больше нет. Больше ничего. Офигеть, короче, что какие-то ритуалы проводили. Ёперный театр, куда мы попали, друзья?
Что это за адовое место? Матерь Божья. Так, антир один срочно, еще один. Ну, клинок, в принципе, все окупает в любом случае. Ради одного этого клинка стоило сюда идти, а вот еще и пупсы нашли, поэтому в целом, я считаю, поход более чем успешен. Прям-таки охренительный. Да, вот тебе и тайна. Четвертый шахты, мать его. Офигеть. Просто офигеть. Жестоко. Все, валим отсюда нафиг. Прикольно, я так наивно двери закрыл, думал, что все. Все в порядке. Не тут-то было. Ничего не в порядке. Они их умеют открывать спокойно. Вообще без напряга и без всяких. Так, все, валим с туацкого места. Нахрен, нахрен. Не хочу бы что-то оставаться ни на секунду. Реально адовое место с ритуальными убийствами. Видели, там был флешбэк, когда в прошлое. Там дети сидели маленькие в кругу, и типа рядом за столом как раз чувак какой-то стоял с этим ножом. А внизу потом мешки с трупами какие-то и кости. Видимо, этих детей там всех ритуально убили. Короче, просто жесть какая-то. Ну, та же, собственно, как это все руководство получается, раз они стали гулями, значит, просто скинули эту яму и все, и там оставили подыхать. Жесть, короче, просто жесть. Промышленная мостенка еще одна мне показалась. Да, отлично. Ну его нахер, короче. Такие походы. Просто какой-то пипец. Но, однако, мне понравилось, реально, сходили не зря все-таки. Во-первых, повторюсь, пупс, а во-вторых... Осколочные гранаты, здорово. Ну, а во-вторых, еще и такой прекрасный клинок нашли, такой офигенный. Цель истекает кровью, исключительный урон. Что еще надо для счастья? По-моему, больше ничего. Ладно, давай здесь закончим, собственно, а в следующий раз уже прокачаем уровень как раз, потому что мне Пибой об этом напомнил, и пойдем дальше. Туда, куда я хотел идти. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, если это так, и не забывайте про комментарии. А для вас играла, комментировал Валда. Это была игра Fallout 4 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.